Здравствуйте, друзья! С вами Николай Кириллин. В сегодняшнем видеоуроке мы с вами разберем песню «Галина». Казачья песня. Исполнял ее когда-то Николай Гнатюк. Сейчас исполняет, ну, многие, кто исполняет. Популярна очень из группы «Белый день» вариант. Но я вам покажу вариант. Там, где Николай Гнатюк еще в самом начале, когда пел. Так, что мы берем? Стиль я взял на две четверти, умца-умца. Там бас-аккорд идет. У меня он называется офф-бит. Инструмент я взял аккордеончик, мюзет. Я на нем буду играть и проигрыш, и основную мелодию буду вести. Темп берем не быстрый, 96 ударов в минуту. По аккордам. Аккорды здесь достаточно простые. Песня в ля миноре. АМ. Ля, до, ми. Ре минор. Ля, ре, фа. Ми мажор. Е7. Соль, диез, си, ми. Можно Е7. Ми септаккорд. Соль, диез, си, ре, ми. Далее ля минор возвращается. Есть ля септаккорд, соль, ля, до, диез, ми. И встречается у нас здесь соль мажор в припеве, соль, си, ре, до мажор, соль, до, ми.
На сайте под этим видео в нотах вы найдете максимально удобное взятие вот этих аккордов. Теперь я вам покажу основную мелодию. Здесь, как вы заметили, я играл в начале, когда куплет играл, не вступление, а куплет, играл в один голос, а потом я начал играть в два голоса, то есть две ноты сразу брал, это брал интервалы, секста называется. И во вступлении, и в припеве, и в куплетах, если вам сложно нажимать сразу по две ноты, используйте функцию гармония на синтезаторе, она вам будет самостоятельно добавлять к мелодии по аккорду нужную ноту. Вот. Но это пока вы не научитесь. А в дальнейшем, конечно, используйте сразу по, играйте по две ноты. На сайте в нотах я сразу покажу, будет вариант там, где по две ноты будет написано. Но вы не огорчайтесь, что у вас не будет получаться. Вы можете играть, брать только верхнюю ноту. Верхнюю ноту играете, а нижнюю просто можете вычеркнуть карандашиком. У вас все будет получаться. Сейчас я вам покажу, так как я играл вступление по две ноты. И пошел у нас куплет. Показываю по одной ноте. Сейчас коротко покажу, как делать с этими интервалами. Вот мы играли. А теперь к каждой ноте добавляем сексту, то есть 6 нот вниз. Вот эту же оставляю, добавил, и теперь их по 2. Если мелодия идет вниз сюда, то и в нижнем голосе тоже идет. Вверх идет. Посмотрите, как я объединю
если по две ноты играть. Начинаем с ноты ми. Далее нота до. У нас получился интервал секста, называется. Шесть нот. И они идут параллельно. То есть, если главная мелодия идет вниз, то и нижняя тоже пойдет вниз. Если главная вверх, то это вверх. Смотрите. Таким образом, можно сыграть всю песню. В нотах на сайте вы обязательно увидите, я покажу именно с секстами. Ну а на сегодня все. Видео снималось для сайта для галочки.ру. Добавляйтесь к нам в группу ВКонтакте и подписывайтесь на новости сайта. До свидания.